Экономическое развитие, все ступени образования, культура, спорт, жилищный вопрос, энергетическая эффективность. Всего экспертная комиссия рассматривала 40 критериев. Плюс проводился опрос среди жителей. Они все по итогам года собирают информацию по этим показателям, вносят ее в специальную программу ВАРС-управления. У каждого района есть доступ в свою ячейку. И на основании этих показателей программа рассчитывает конечный итог, конечные показатели по каждому району. Мы в этот процесс вмешаться никаким образом не можем, что-то поправить в показателях не можем. Эти таблицы не просто итог соревнования, развернувшегося за звание самого эффективного муниципального органа власти, но и штрихи к полноценной картине жизни в регионе. В них подсказка, в каком направлении двигаться дальше, чему уделить внимание в первую очередь. Надо проанализировать актуальность, может быть, даже посмотреть, с каких показателей складываются те или иные значения. Может быть, даже правительству и администрации президента представить предложение. Наибольшие показатели у Касторинского, Суджанского и Канышовского районов. Среди городов – Ульгова и Курчатова. Меньше всего очков у Щегровского, Беловского и Льговского районов, а также города Щегры. Победители разделят между собой 1 миллион рублей. Гранты выделят из областного бюджета. Ангелина Рязанцева, Алексей Еременко, телеканал «7».